В Ташлинском районе Оренбургской области накануне прошел торнадо невероятной силы, который снес крыши домов и надворных построек, повалил заборы и столбы, вырвал с корнями деревья. Такие смерчи многие из местных видели только в кино. Однако последствия для селян более чем реальны. Кто-то буквально за несколько минут потерял недавно построенный сарай, другие буквально остались без крыши над головой, заборы и столбы повалило как спички. О, что творится? А в Пермском крае в понедельник возник смерч на реке Каме в районе Пермской ГРЭС в Добрянке. Очевидцы успели снять на видео необычное явление. На кадрах видно, как из грозового облака, висящего над Камой, опустился светлый облачный рукав. Высота его сотни метров, он вращается и втягивает в себя воду.